Почтить память советского офицера и всех, кто отстоял победу, в город-герой приехали председатель Госдумы и глава Кубани. Вячеслав Володин и Вениамин Кондратьев, а также мэр Новороссийска возложили цветы к стеле «Малая земля». Мы говорим о Новороссийске, о Малой земле. Это святое место, как Севастополь, как Мамаев-Курган в Волгограде. Нам надо сделать все для того, чтобы память о наших дедах, близких, жила и передавалась из поколения в поколение. Поэтому важно, чтобы мы сами помнили, тогда помнить будут и наши дети, и внуки. Благодарен Вячеславу Викторовичу за то, что нашел время в своем плотном графике приехать сегодня в Новороссийск. 75 лет со дня Великой Победы, это малая земля Великой России. И те, кто 225 дней, днем и ночью стоял на этой земле, для них не было понятия, малая она или большая. Это была просто российская земля. Что мог этот десант против вооруженных до зубов фашистов? Что было в основе? И, конечно, героизм, мужество, безусловно. А самое главное, их оружие – это сила духа. Сила духа, которая всегда была, есть и, я надеюсь, будет в нашем народе. Сегодня президент делает все, чтобы вот то, что называется патриотизмом, снова было в нашей молодежи. Сражение за Малую Землю для Новороссийска – одно из важнейших страниц в истории. Долгих 225 дней наши бойцы героически удерживали позиции, окруженные фашистами. Освобождение города-героя стало одним из ключевых моментов битвы за Кавказ.